Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пророк Иеремия. «И было слово Господне ко мне: „Что видишь ты, Иеремия?“ Я сказал: „Вижу жезл миндального дерева“. Господь сказал мне: „Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось“. И было слово Господне ко мне в другой раз: „Что видишь ты?“ Я сказал: „Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера“. И сказал мне Господь: „От севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли, ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонились делам рук своих. А ты припаяшь чресла свои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.